Здравствуйте! Первый канал начинает прямую трансляцию из Лужников. Сборная России начинает 2018 футбольный год на главном стадионе чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова встречается с самой титулованной сборной мира. Встречайте сборную Бразилии, пятикратного чемпиона мира и команду, с которой у многих ассоциируется понятие красивой игры. Бразилия никогда и никого не оставляет равнодушным. И вот уже состав сборной России. Игорь Акинфеев защищает ворота, первый номер. Он же капитан команды. Илья Кутепов четвертый. 14-й Владимир Гранат. Под 13-м номером Федор Кудряшов. 15-й Алексей Миранчук. 8-й Денис Глушаков. 23-й Дмитрий Камбаров. 47-й Роман Зобнин. 19-й Александр Самедов. 17-й Александр Головин. И 11-й номер Федор Смолов. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России. Специальные, видите, футболки в поддержку трех травмированных футболистов. Лужники, 19:00 московское время. Состав сборной Бразилии. Алисон Беккер, капитан команды, вратарь. Второй номер Дани Алвес, самый опытный игрок сборной, 105-й матч проводит. Третий Миранда, 5-й Каземиро, 7-й Дуглас Коста, 9-й Габриэль Жезус. 11-й номер Каутиньо, 12-й номер Марсело, 14-й Тиаго Силва, 15-й Паулиньо и 19-й номер Вильян. Главный тренер сборной Бразилии Тите. В синей форме сегодня будет играть сборная Бразилии, сборная России во всем белом. Новый комплект формы и у той, и у другой команды специально под чемпионат мира. Все практически уже готово к началу матча. Дрались. В принципе, тренер, что может ждать от такой игры? Чего может желать? Сказали, что отсутствует несколько ключевых игроков сборной. Большие перестановки в линии обороны. Поэтому будем ждать и смотреть. Начался матч. У сборной Бразилии сегодня не играет ее главная звезда Неймар. Он получил травму в матче чемпионата Франции с Марсельо. Паулини очень неплохо играет головой. Надо сказать, передача штрафной, не по офсайда. Удар! И Акинфеев выручает, показывает, что должен был судья поднять флажок. Ничего не произошло. Вот и первый момент. И тут же передача на Паулинью. И тот уже играет дальше с партнером. Удар Даниэла Алвеса. Мяч летит выше ворот. Правша, он будет исполнять штрафной. Подача, внимание, удар. Дали пробить. Это Каземиро, 5-й номер. Акинфеев мяч забирает и быстро. Очень точно вводит его в игру. Теперь надо обратно нам возвращаться с мячом Каутиньо. Передача на Вильяна не совсем хорошая. Позволяет нашим перестроиться и уже занять оборонительные позиции. Прострел. Поддержать соперник топ-класса абсолютно. Дуглас Коста как разворачивается. И тут же пошла бразильская атака. Вильян, удар. Ну хорошо, что так, могло и опаснее все закончиться. Феноменальное решение Дулоса просто настолько. Его игра ни в коем случае центральный нападающий не выключается. А сейчас Головин обокрал зазевавшегося Даниэла Алвеса. И втроем против троих бразильцев россияне. Смолов. Долго. Но будет удар-то нет. В итоге передача на Самедова. Но можно еще продлить. Удар отбивает Алвеса. Ну, у него партнер, соперника не подсказали. И опять потеряли мяч. И вновь защитникам нужно готовиться к атаке. Дуглас Коста в ближний угол. Каутиньо успевает наши сыграть здесь. Миранчук красиво и пас на Смолова. Возвращает. Такой активный период сборной России, как будто взорвались. Ну а сейчас опять бразильцы начинают немножко баюкивать своим вот этим вот кажущимся перекатом, когда они готовы в любой момент врубить передачу. И вот она, удар. В зависимости от того, какие планы у тренеров. Но пока замен нет. Пока замен нет, поэтому стартовые составы. Акинфеев защищает ворота сборной России. Первый номер. Какой рывок совершает Дуглас Коста. Потрясающая у него, конечно, стартовая скорость. Передача на Вильяна. Не получается нашим перехватить. И вот он шанс. И выручает Акинфеев. Ногой отбивая страшные опасности удар. Блестящая атака сборной Бразилии. Еще более блестящий сейв Игоря Акинфеева, который в очередной раз выручает нашу сборную. Начало второго тайма действительно очень активное. И мы пытаемся вступать в отбор с численным преимуществом. Вот сейчас момент. Как раз-таки великолепная передача Дугласа Косты. Тут же передача в центральную зону. И два эпизода подряд, когда сборная Бразилии могла открывать счет в этом матче. Но
Идет уже в штрафную. Камбаров, передача. А не стоило ли пропустить-то мяч Смолову? Да, такой момент, который мог... Опасная атака. Да, и здесь продолжается... Продолжается атака сборной Бразилии. Габриэль Жезус, удар! Ой-ой-ой, какой неприятнейший рикошет от Александра Самедова. Показалось, да, в какой-то момент в ворота мяч летит. Да, очень опасный момент. Игорь Акинфеев парирует удары не только от бразильцев, но и от своих футболистов тоже. Головой отбивает мяч Акинфеев. Потрясающий момент. Была хорошая атака у нас, но в итоге она привела к тому, что бразильцы перешли в контратаку. Может, кто-то такой сумбур получился. Дзагоев пока не вышел. Бразильцы угловой разыграли. Передача на Дугласа Косту. Дуглас Коста играет направо. Подает Вильян. Держать удары. Опять Акинфеев. И все-таки гол. И все-таки открывает счет Миранда. Этот сейф Игоря оказался... Все-таки не окончательным, не смогли помешать добить мяч в ворота. Конечно, в таких ситуациях необходимо помогать вратарю, потому что дали и беспрепятственно подать с фланга Виллину. И первый удар, который блестящий Игорь парировал, ну и добивание Миранды, уже очень сложно было ему реагировать, потому что он уже лежал на земле и вряд ли чем-то мог помочь в данной ситуации. И Дзагоев выходит на поле вместо все-таки Миранчука. Ну вот, собственно, еще раз видим, как дали подать Виллину. Проигранное единоборство и на втором этаже. Два центральных защитника отработали этот эпизод, потому что первый момент с ударом Тиаго Силвы и, соответственно, уже с добиванием Миранды. Офсайда не было у Миранды. Как ни старался Кутепов, но не сумел он помешать Тиаго Силве нанести удар по воротам. Мощный, высокий, очень прыгучий защитник. Ну и вот реакция, посмотрите, Алисона Беккера. Миранда. Учеников Миранду и Тиаго Силва. Одна замена к 15-й минуте тайма произошла у сборной России. Каутиньо уходит еще вправо. Еще финт. И вновь Акинфеев каким-то невообразимым образом спасает после удара уже из вратарской. Тут еще и судья не кстати вмешался по бок бразильцам. Как будто им эта помощь нужна. Каутиньо. Передохнем. Очередная очень опасная атака. Каутиньо сделал весь эпизод, обыграв. Партнеры ему помогали только открываниями, завершающий удар. И, конечно же, опять Паулиньо завершал. И просто феноменальная игра Игоря Акинфеева, который делает, я уже не знаю, какой сейв. Уже, казалось бы, в безнадежной ситуации все равно выручил нашу сборную. Молодец капитан, молодец Игорь. Да, вот и Каутиньо себя показал, его эти обманные движения, его вообще катание с мячом. Мячом Бразилия. Каутиньо пошел под крыло подключаться вперед. Марселло, и он уже получает мяч. И мяч у Паулиньо. Пенальти. Опять подключение Паулиньо. Не успели сейчас за ним. И сбили в штрафной бразильца. Третий эпизод с подключением Паулиньо. Дважды Игорь выручил после его ударов по существу в упор. Но и в этой атаке уже сложно было выручать. Потому что... Такой момент неоднозначный. Понятно, что позиция уже была проиграна, и уже достаточно сложно было достать мяч, поэтому приходилось парить в этом эпизоде Головину. Каутиньо будет бить пенальти. Игорь Акинфеев на линии ворот. Удар, гол. 2-0 сборная Бразилии впереди. Уверенно пробил Каутиньо. Что случилось во втором тайме? Стали проигрывать больше единоборств? Я думаю, что ключевым фактором был первый гол, потому что после этого мы обратили внимание, что большими силами мы пошли в атаку, потому что понятно, что надо было отыгрываться. И когда такое большое количество разряженных зон есть у сборной Бразилии, или когда, скажем так, мы не все успеваем вернуться в свою позицию, игра значительно сложнее. Плюс Паулиньо явно прибавил во втором тайме, трижды оказавшись в голевых моментах. Играет мяч, нет, пока вынужден играть кулаками. Он отскакивает к Виллину. Вновь Виллин с мячом. Подача, ой, там один. Там один Паулиньо, и счет становится 3-0 в пользу сборной Бразилии. Как туда мяч подлетал, уже было понятно, что добром дело не кончится. Потрясающая эффективность Паулиньо во втором тайме. Человек принял участие во всех абсолютно атаках, заработал пенальти, забил гол, имел еще несколько стопроцентных шансов. И опять он оказался совершенно один во вратарской.
Мягенький последовал навес Вильяна, прям как положено. Вот еще раз смотрим этот момент. Игорь выбивает мяч, нет никого в зоне подбора. Вилен обыгрывает в правую ногу, что он всегда делает. И шикарная передача в район дальней штанги, где Паулиньо абсолютно не прикрыто, естественно, не составляет ему труда попасть. 7.32 на 2.44 в открытую площадь ворот. 3-0 впереди сборная Бразилии. Да, такой серьезный удар, конечно, по нашей сборной во втором тайме, но это то, с чем нам придется встречаться на чемпионате мира, в любом случае, если мы хотим далеко там проходить. Мы играться, действительно, показать себя сборной, действительно, командой. Это важно. Передача. Смолов. Проходит пас. Миранчук. Обыграл. Передача. Пиц. Прекрасная атака нашей сборной. Наши продолжают атаковать. Молодцы. Направо передачу можно было. Пошла налево. И доходит мяч до Дмитрия Камбара. Он уже в штрафной. Удар с правой. Не самый сильный найди Камбарова. И успевает оставить мяч у своей команды. Заболотной головой, но не точно. И бразильцы продолжают атаковать. С мячом Вильян. И налево играет. Получает мяч Дуглас Коста. Справа и не пробьет. Удар. Внимает на себя этот мяч наш защитник Кудряшов. Атака на этом далеко еще не исчерпана. Подача. Теперь головой выбивает Кутепов. Вот эти осады, конечно, временами случаются, когда одна, вторая, третья атака на кадре. И Юрий Жирков. Юрий Жирков. Станислав Черчесов требует. В составе сборной Бразилии. На Заболотного можно подать. Борется Заболотный с двумя защитниками. Мяч отскакивает к нашему. Удар! Перекладина! Нет! Антон Заболотный мог забивать гол, и не повезло ему сейчас. Вратарь, конечно, сейчас Алисон Беккер будет занят построением своей стенки твердыни. Но хороший удар в обвод стенки с такого расстояния для любого вратаря. Это, конечно, часто задача практически невыполнимая отбить, если мяч летит сильно еще и в угол. Почти по центру. Юрий Жирков и Алан Загоев готовятся нести удар. Загоев бьет, удар! Бил во вратарский, по сути, угол, но он не точно. Вперед, с мячом Фагнер. Слева подкрадывается Дуглас Коста. Передача. Кутепов играет надежно. Кудряшов. Рикошет получается. Надо выбивать уже мяч. Жирков решил обыграть. Мяч тут застрял. Кто кого. Удар от ворот. 3 минуты добавил арбитр к основному времени матча. Поэтому мы будем еще смотреть с вами 3 минуты на этот футбол. С мячом бразильцы. И все. Прозвучал свисток арбитра матча Алексея Кульбакова. Станислав Черчесов поздравляет Тите, своего коллегу, с заслуженной победой. Со счетом 3-0 сборная Бразилии сегодня выиграла у российской команды. Мячей забивали в начале, по сути, второго тайма Миранда, Каутиньо и Паулиньо. Были моменты у сборной России, но их реализовать не удалось. Тем не менее, опыт получен. Будем жить дальше, будем работать.